Что ж, дорогие друзья, значит, что я сделала? Вы сейчас видели, я вам показывала. Я выкапывала клубнику. Конечно же, я ее перебирала. И буду промывать. Уже промыла, сейчас покажу, где она. Чтобы ни одна травинка не попала. Да, и чтобы корешочки были белые, чистенькие. Чтобы я видела, что у меня растения живые. Сейчас расскажу о них, когда покажу. Значит, показываю про вот это место. Вы видели, что я вот отсюда землю перекидываю вот туда. Для чего? Эта земля очень хорошая. Я здесь настолько поработала над этой грядкой не один год. Я ее удобряла, в смысле не удобрениями. Я в эту грядку вложила столько вкусняшек. Вот у меня, значит, был перепревший навоз конский. То есть с опилками вместе переслаивала, я вам показывала. Кто меня смотрит, тот все знает прекрасно, просто напоминаю. И добавляла сюда компост. Что такое компост? Это когда вы домашние остатки, да, картофель, там очистки, все, компостируете, то есть послойно. Даже траву. Вот, скошенная травка, вон там, вот видите, за тачкой. Различные всякие разные пенечки, хотел сказать, веточки, все. Ну, в общем, компост. Компостируйте, сами готовите землю. Земля из компоста. Вот так. Не знаю, как еще сказать, думаю, вы поняли. Песка настолько много здесь. Значит, торф верховой здесь у меня, очень много его, не кислый, а верховой. Одним словом, я поработала здорово над этой грядкой. И вы видели, я снимала, вон там вдалеке вы видите лутросил. Лутросил у меня был здесь, по-моему, двадцатка, очень тонкий. Так как у меня не было другого, а Артем был в выезде на газели, он не был ни в Москве, далеко был. И он не смог мне привезти, купить. Здесь купить поблизости нигде я не смогла. А мне нужно было очень быстро все уже высадить. И я думаю, вот у меня есть кусочек новенький, хороший. На сезон хватит. И да, у него хватило на сезон. Вы видели, как я его обрывала. И он, в принципе, в середине лета стал рваться, что мне не понравилось. Хочу отметить, что обязательно должен быть лутросил здесь. Вот честно, когда я здесь, вот тут вот был кругом на грядках лутросил, я его отсюда убрала, он у меня был как новенький. И он у меня сложенный, я вам еще его покажу, когда буду делать все вокруг цветников и засыпать корой. То есть это я вам еще покажу, я его убрала. Но, извините, это сотка, сотка 150, вон там вдали, видите, вот 150-ка, уже 2 года. И прекрасно, да, это местечко, смотрите, какое ровное приготовили мы для альпийской горки. Так что, дорогие друзья, по-прежнему был комментарий, что видно, что Лена разочаровалась в лутросиле. Нет, и еще раз нет. Это, видимо, человеку нужно было так написать. На самом деле, по сегодняшний день я вам всем советую. Это прекрасный материал для того, чтобы не полоть летом. Для того, чтобы особенно, кстати, вот это жаркое лето было, там держалась влага. И насчет того, что пишут, что почему-то у многих собираются слизни, муравьи. Но ведь я, дорогие друзья, каждый раз показываю вам свой сад. И где-нигде они есть. Но вы никогда в жизни, хочу вам сказать, чем бы вы ни травили этих замечательных... Да, но они и приносят и пользу, да? Муравьина приносит пользу тоже. Вы никогда от них не избавитесь и не пытайтесь даже. Оставьте все как есть. Просто появятся, да? Я вам показываю на цветниках у меня. Вот вы просто... не смотрите все видео, поэтому много и не знаете и задаете вопросы мне. Просто посыпаю силицией. Вот такое есть средство, продается везде в большой коробке, как соль сыпется. Настолько шикарная вещь, ее можно развести в водичке и вот этим всем проливайте, либо посыпайте. У меня, посмотрите, цветники. Я же вам их показываю каждый раз. Камни, ой, это ерунда, за камнями. Постоянно это убежище этих муравьев, да. Да, как и мы прячемся в домиках, так и они. Это же тоже живое существо. Но мы просто обрабатываем, вот и все. Посыпьте силицей этой, и все уйдет. Нет у меня, я вам в этом году показывал. Ну, я вам показываю, друзья, вот все показываю. Вот даже, вот и Манечку показываю, да, моя куколка. Помаши лапкой всем, помаши лапкой. Привет, моя кошечка. Все время сегодня почему-то. Буська где-то шарится.
А маняшечка все время со мной. Спала, вот представляете, вот там вот на Лутрасиле, походу, туда идет. Нет, мимо. А то прыгнула и спала. А я сижу вот здесь, сейчас вам расскажу, как я это делала, чтобы вы не подумали, что я тут умираючи перебираю клубнику. Часто слышу, мне пишут, зачем вам это надо. Да, что я сказала? Часто слышу. Часто вижу. Конечно, дорогие друзья, в многословии не миновать греха, безусловно. Когда много снимаешь, много говоришь, а я с вами общаюсь, и это неплохо, дорогие друзья. Для кого-то может плохо, а для меня это хорошо. Вот сижу, и такой шорох слышу здесь. Я когда занималась малиной, вот тут обрезала, я услышала шорох, это был 3 дня назад было. Посмотрела, и вот носик оттуда. Как вы думаете, кто вытащил? Ёжик. Такой огромный, у нас тут много ёжиков. Такой кругленький, здоровый. Вытащил носик такой, прямо чувствую, как он подышал, им подвигал, и назад. И вот я сижу здесь, да, обрабатываю клубничку, там обрезаю. И тоже слышу шорох один, второй. Что вы думаете? Думаю, ну сейчас выйдет у меня носик какой-нибудь ежика. Ничего подобного. Вот там вот шныряла маняша, бусинка. Прямо как в море купалась, ныряла вот так вот. Она гонялась за мышами. Она настолько их любит. И я все это бросила, вот так встала. Хотела снять, но у меня телефон был на зарядке. Я тут поснимала впереди вам кадры и сел. Значит, вот этот стульчик. У меня просто сел телефон, и дальше не снялся кадр, как я сидела вот там вот на стульчике и перебирала кустики клубники. Маняшенька, ты мой пузатик, что тут не так у тебя? Никак не можешь места найти себе, кошечка моя сладкая. Вот, я не на коленках, я не в присядку, и там по-всячески. Вот на стульчике, прекрасный стульчик, мне очень нравится. Я всегда себе устраиваю комфорт в работе. Не думайте, что я тут убивающий. И вообще, про это думают, просто я не знаю, какие люди. Это же любимое дело, меня никто не заставляет. Друзья, все, вот это, мои хорошие, это я очень люблю. Вот это все, я за этим приехала сюда. Маняшей! Очень люблю своих котяшек. Итак, если вы видите, я вот все это выкопала. Земля как пух, видите, и песок, и все, как пух. Осенью я работала с ней, показала вам ее, и вот ту грядку. Весной. И вот у меня целый таз, я выбрала клубники. Вот она, дорогие друзья, самые лучшие кустики. Никакие, значит, в общем, розетки, которые дал куст материнский, я не брала. Почему? Потому что это кусты новые. Я только весной их посадила. Мне и так много их хватает. Я нарезала целое ведерко, позвонила человеку, потому что их нужно садить, и он у меня сразу забрал. Что хочу сказать? У меня перемешаны сорта, все клубники, да? Но я никого не заставляю у меня покупать. Кто у меня брал из деревни нашей, соседской, в Рузи клубнику, у меня просто приходят от них люди. Я пытаюсь им объяснить, что у меня только начинают говорить, что у меня перемешанные сорта, они говорят, неважно. Я видел у соседки вашу клубнику и кушал. Пожалуйста, мне клубники. И вот я целое ведро розеток позвонила человеку, который ждал, и я ему это все отдала. Он счастлив, пошел сразу сажать, потому что их нужно сажать. Что нужно сделать? Вот я их, значит, выкопала, обрезала все сухие листья. Я еще буду обрабатывать, обрезать еще кое-что. Просто сейчас нужно мне быстро сделать это. И я умеренно так это делала. Обрезала концы, я обязательно покажу, концы корней, и замочила в фундазоле. Работать по инструкции к применению, обязательно. Это очень хороший препарат. И вот в фундазоле будет у меня до утра, затем я, значит, вверху еще пообрезаю кое-что, и потом я буду обрабатывать вот эту зеленую массу. Я никогда не обрезаю на осень зеленую массу. Во-первых, фотосинтез должен быть от листочков, клубника должна укореняться именно с зеленой массой. То есть листья, фотосинтез должен работать. Никогда не обрезай, не считай нужным. Даже если очень заболели у вас пятнистостью или еще что-то, потому что сейчас как раз дожди, влага,
ничего страшного. Это просто можно обработать любыми фунгицидами, чем хотите. Я не буду утверждать, что это лучше, то лучше. Все работает. И все. Если же у вас клубнику вы не пересаживаете в этом году, то вы, пожалуйста, можете ее обрезать, и новая вырастет. Но нужно быть внимательным. Нужно знать четкое время, когда обрезать, чтобы успели листья вырасти до зимы. Тут целая наука, целая свадьба, дорогие друзья, поэтому мне это не надо. Я вот так работаю. Я просто обработаю эти листья, и это место, земельку даже опрыскаю, и весной у меня всходит прекрасные растения. Весной снова я обрабатываю. А как вы думаете, вы ваши, которые обрезаны, не обработаете? Точно так же, как и я, еще раз обработаете. Поэтому мне не нужна лишняя возня. Вот и все. Итак, рассказал про это. Дальше, мои дорогие друзья. Дальше, вот у меня здесь, видите, сколько наросло, но это не под лутросилом, это уже было сверху, потому что она, это укрытие, оно порвалось. Я даже не следила за этим. Я же вам говорила в видео, даже не обращаю внимания, потому что я буду работать в сентябре с этой грядкой. Я не старалась тут лезть. Большую траву, конечно, я подходила, где-то вырывала, все. Не стала тратить свое время на это, ибо я сейчас именно с этим работаю. Зачем мне лишняя возня? Еще раз повторюсь. И сейчас я, вон, посмотрите там, я это все вскапываю. Для чего? Вы скажете, Лена, только что сказали, что парник пойдет. Да, он пойдет. Но земелька отсюда вся уйдет, потому что это золото. Дорогие друзья, у нас здесь всего лишь сантиметров 10-15, вот как идет с дерном, у нас идет хорошая земля, а все остальное глина. Поэтому я не намерена оставлять такую прекрасную землю, которую я мучилась, делала 2 года подряд, вот парник. Конечно же нет. Значит, я пока парник сюда перенесем, сейчас буду эту земельку перемешивать с песком. Добавлю сюда торф верховой и буду добавлять под лаванду. Да и не только, под любые цветочки, только уже в разных пропорциях. Значит, лаванда любит только почву, чтобы побольше было песка. Вот я вам сразу скажу, потому что лаванда – это южное растение. Да, она не любит никаких заливов и так далее, и таких суперпитательных веществ не надо ей. От того, что вы это сделаете, она у вас цвести не будет, наоборот, будет жировать. Лаванда любит песчаную почву, слегка с землей. Итак, вы можете, значит, две части песка, две части земли и одна часть у нас идет торфа. Но иногда я даже меньше земли добавляю, больше песка. И что я делаю летом? Для того, чтобы хотя бы чуть-чуть имела питание моя лаванда. Вы уже видели. Я просто по бокам окучиваю ее слегка, не доводя до куста, скошенной травой. Вот такой, дорогие друзья. Вот. Немножечко подвялить можно, но первая подкормка, я считаю, что это подкормка, потому что это азот, это органика и так далее. Я даю первую, только только постриженную, да, и чуть-чуть небольшой слой. Дальше я подвяливаю и добавляю. Таким образом, вокруг куста не растет, да, правильно вы поняли, трава. Затем я не поливаю. Вот верьте, нет, вот сейчас лето было жаркое, я поливала чаще, а так обычно я практически лаванду не поливаю, потому что вот эта мульча очень хорошо держит влагу. Еще лучше, у меня живут мои родственники Виталии, что делают они с лавандой? Солому. Вот она у меня. Вот. Видите? Они все это аккуратненько, красиво, значит, по кругу мульчируют соломой. Что солома делает у нас? Дает тот же самый эффект. Влагу сохраняет и так далее. Но самое главное, что солома не перегнивает долго. Да? Сено быстрее, скошенная трава, да. А солома дольше. Уже высохшая на полях, да, когда вам тюки приносят. Вы покупаете, вам привозят. Она дольше гниет. И всего лишь вы просто что делаете, как я в своих теплицах показывала вам? Всего лишь сверху просто добавляете свежую солому. А та потихонечку преет. Сенная палочка, она просто чудесная. Ничего не надо, никакой подкормки. Вот это и есть подкормка. Вы же знаете, что такое сенная палочка, не буду много раз глагольствовать. Друзья,
Солнышко у нас ушло. Вот он, мой храм. Замечательный, прекрасный, прямо за забором. Я чувствую себя под защитой Бога. Вот. Что сейчас буду делать? Я сейчас поставлю на телефон на зарядку. Я сейчас начну вот эту красоту, вот здесь, уже вот эту часть, смешивать с песком и добавлять лаванди. Это я потихонечку доделаю. Это очень легко перекапывается. Там нет особой такой травы. Вот она, корешки. Я, конечно, все убираю. Вы скажете, что же я сразу не в тачку? Почему я так делаю? Потому что для меня каждая капля земли, когда я так говорю, Артём смеется о капле земли, это золото, потому что у меня здесь ее очень мало, хорошей, нормальной земли. Я вот так вот раскидываю, я уже говорила вам об этом, и немножечко подсыхает вот эти комья, вот эти, ну, корни. Не сразу можно, когда выкапываешь, тем более сейчас дождь был, дожди, и это очень влажная почва. Остается земля. И чтобы я не мучила, не рвала свои руки, я не заморачиваюсь, слегка это делаю. Затем выкидываю туда, потом в течение дня все это, как говорится, сохнет, вялится. Я это потом вот так вот вытряхиваю, убираю корешки, а земля остается у меня на участке. Вот так. Каждый для себя находит какие-то хорошие условия, придумывает. Смотрите, малина моя. Вот она, красотка. Кушаем до снегов малину. Такая вкуснятина, я вам просто не передам ее столько. Она, смотрите, сколько ее. И красная, и желтая у меня. Разрослась очень хорошо. Старые кусты я срезала. Остались только новые, вот, которые дают урожай. И эта малина дает урожай до холодов. Просто прелесть. Вот такая малина. Все, друзья, буду работать дальше. Я не знаю, сколько я в это видео вложу кусочков кадров, но буду стараться поменьше это делать. В общем, самое главное, что я вам не сказала, сейчас... Так, пойдемте, дорогие друзья, так, потихонечку. Да? Чтобы не говорили, что камера трясется, я стараюсь идти потихонечку. Так, идемте вот сюда, где у меня будет расти клубника. Да, вот здесь. Угу. Уже вот одна часть у меня здесь, видите, приправлена песочком и хорошей земелькой. Здесь это я убрала, здесь у меня ничего не будет, здесь все сравняем, все срастется. Вот в этом уголочке у меня есть четырехъярусные такие горшки, и следующей весной вот здесь вот в огороде у меня тоже будут красоваться лобели или что-нибудь я посажу. Я в этом году в него не сажала. Вот, тоже хочу, чтобы на огороде было красиво. Здесь, конечно, будет гравий. Как на родительском участке я сотворила огород, я точно так же буду здесь делать. Вот видите, вот это вот место, это и будет огородом, и все буду показывать. Значит, будет у меня клубничка здесь. Вы скажете, Елена, будет ли на лут России? Вопрос. Нет. Почему? Не потому, что он мне не нравится. Я еще раз говорю, все у меня на лут России. Все вот у меня закрыто, все прекрасно растет, все здорово. Здесь у меня под низом пленка. Вот 3 года у меня все здесь это делается, участок. И только в прошлом году осенью мы с Артемом постелили пленку, чтобы не росла уже трава, она четко там помрет, а сверху лут росил, чтобы пленка не рвалась. Да? Но коты ходят здесь и тоже немножко когтями дерут. Но это, об этом потом. Вот здесь вот там вот порвался у нас кусочек. Это просто Артем приносит сюда, постоянно что-то кладет. Вот, например, палет вот он берет здесь. А здесь у меня тоже готовится цветник. Аккуратный будет обрамление. Хорошее, красивое. Расскажем, где мы уже нашли хорошее обрамление, которое ничем не сломишь. И все прекрасно. Значит, для чего мне нужно бес? Смотрите, я занимаюсь продажей клубники. У меня ее покупают очень хорошо. И я, когда на лутросиле, должна подойти и у каждого куста, значит, укоренить в стаканчик, что? Розетку. Это сколько мне нужно укоренять, друзья? Это мне нужно иметь специальный череночник, это все укрывать, следить за ним. Я не хочу этой возни. Что для меня хорошо? Они сами укореняются. И я уже это вижу. Достаточно мне прийти, обрезать другие розетки, которые мне не нужны. То есть с одного куста я буду уже конкретно видеть сколько, ну пусть 5-6 штук.
Все, это проверено и дает хороший урожай, что бы вы мне ни говорили. Вот и все. А с лутросилом этого не получается. Я не хочу столько возни, поэтому они у меня сами будут укореняться. Только отдал урожай, отдала клубника урожай, и тут же вот эти вот розетки я начинаю оставлять. С каждого куста, еще раз повторяю, главное, важно и главное подойти к каждому кусту, обрезать лишние усы. Все. И все. Потом я смело, вот осенью люди пересаживают, как раз к августу просто подъезжают, я им срезаю и отдаю. Ну, знаете, я не могла не показать бусинку. Вот она пришла. Вот она. Ну что, наловилась мышей? Я сейчас даже представляю, что я иду в гостиную, то есть на террасу, и вижу там штабельками парочку, да? Да? Все туда смотришь, да? Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. И это про бусинку. Ты пошла, что ли, дальше маме приносить мышоночек, да? Ай-яй-яй. Дорогие друзья, пойду попью чайку. Да, отдохну немножечко. Слышите, как поют птички? Такая тишина. Все на работе, понедельник. Только сейчас соседи тут, которые вот старенькие, они работали, слышно было. Но такая тишина сейчас. Ай, прелесть. Вытащила я вон там, если посмотрите, бочонки свои с гортензией. Красуются они из теплицы. Они у меня в теплице были, были дожди и холод. Я занесла. Просто красота. Тишина и покой. Так прекрасно. Друзья, я обожаю вот это все. Я настолько... мне не, даже если заболит голова, никакой таблетки не надо. Выйди в огород и все. Вот так. Достаточно в окошко взглянуть на свой сад и уже хорошо, друзья. Вот оно счастье. Это самое прекрасное счастье. Жить в унисон с природой ни с чем не сравнить, друзья. Вот так, как есть. Без всяких супердомов, удобств всяких. Прямо это я. Я говорю о себе. Не подумайте, что я кому-то хочу навязать. Нет. Все, что я показываю вам, все, что я говорю, это говорю я о себе. Что я от этого получаю огромное удовольствие. И даже исцеление. Обожаю все это. И никогда мне это не в тягость. Никогда никто мне не заставляет. Я не голодую. И так далее, чтобы я, как многие писали, батрячить и еще что-то там. Даже это слово правильно не могу высказывать. Видите, батрячить, надо сказать батрачит. Все это мне в радость. Все это прекрасно. И когда ложишься спать с таким состоянием шикарным, все трепещет вокруг, что ты красоту сделала. Проснешься утром, а тебя встречают твои красивые растения, любимчики твои, да. Так, ну все, вот, готовая земелька. Теперь грузи и вози. Вот. Потом отсюда, здесь, на этом месте смешаю. Перекопаю сейчас ту, и вы просто скажете мне, а что потом, эта яма так и будет? Нет, она не будет, она будет наполняться различными. Вот, к примеру, видите, вот там кабачки. Я буду снимать. В общем, все, что есть в огороде, это они не больные, хорошие. Все здоровые растения, которые есть, я буду здесь прикапывать. Вот и все. И засыпать сверху буду земелькой. Просто немного земли засыплю. И что самое главное, я буду сейчас высаживать растения, буду как бы готовить места, другие цветники. И там будет сниматься дерн. Вот. И есть у меня 3 кучки дерна. Сложены, если не больше, я вам показывала, складывала их по краю участка. И я буду сверху закладывать. И потом сверху теплицу. А там уже, конечно, будет грядки. Будут грядки. Парник, вернее, сверху. А в парнике есть грядки. Вот. И буду эту же земельку, вот, плавненько перевожу, которая здесь есть. Земля просто шикарная. Найшикарнейшая. Найшикарнейшая. Я добавлю ее сюда. И смотрите, после клубники очень хорошо сажать чеснок. Очень хорошо. Поэтому здесь у меня везде клубника, только немножечко с краю капусты. Но это ничего страшного. И после капусты можно. Тем более после, здесь вот на этой грядочке у меня было немного лука и всякие различные салаты и приправы, базилики и так далее. Так что вот, все это нормально, все подойдет сюда. Также все
перенесется, легко будет перенести, земля как пух, не надо никаких там корней убирать, ничего, просто красота встанет здесь. В межах я, конечно же, застелю пленку и гравий. Гравий, который был вокруг теплицы и в теплице вот в этой на участке родителей, он у нас там собранный на участке у мамы, на пленочке. И вот как раз таки сегодня-завтра просто оттуда я привезу, или вот если приедет Артем, он сказал, приедет, поможет мне, то да, даже я могу, что тут, по чуть-чуть буду брать и привозить, и тоже сюда буду выкладывать. В общем, нет проблем, я не тороплюсь, вот видите, солнышко опять вышло. Весь день я занимаюсь только вот клубникой и грядкой клубничной туда затаскиваю, плюс еще на готовлю земельку на лаванду. Вот, я не беру большой объем, я беру каких-то три работы и стараюсь их сделать. Не перепрыгиваю с работы на работу. Я день планирую. И поверьте мне, когда вы будете планировать день, тогда вы будете успевать во всем. Если вы распланировали лишнее четвертое дело, и вы видите, что вы не успеваете, не надо делать лишь бы последнее дело, чтобы успеть, предпоследнее дело, чтобы успеть последнее. Лучше последнее убрать, а предпоследнее сделать как следует. А последнее перевести на следующий день. И начать именно с него, а потом пойдут другие дни. Вот как-то так. Просили рассказать, как я планирую дни, вот вам я и говорю. Вы знаете, не буду я о лаванде, приняла решение, о лаванде не буду я делать отдельные видео, потому что их не смотрят. Смотрите, отдельное видео о том или ином растении, когда я снимаю, просмотров нет. 2000, 3000, а вы, вот вы мои подписчики, вот вы мои комментаторы, вот я к вам обращаюсь. А когда, почему так? Когда я показываю в домашнем влоге, вы смотрите. Но в домашнем влоге я не могу все рассказать, вы понимаете? Вот я просто обратила внимание, мне не хочется отдельное видео снимать. О чесноке сняла отдельное видео, ну, все, что мы убираем, стараюсь снимать. Но просмотров нет. То есть вам это не интересно. Но когда я показываю домашний влог, и вы видите мои растения, видите чеснок, ну, видите все, что я вам показываю и рассказываю, вы мне начинаете спрашивать. Я же не могу вам в комментариях все рассказать. Друзья, вы меня поймите правильно, что обязательно на канале должен быть плейлист о рассадах. Вот у меня рассада 2021. Туда я все и складываю в этом году, что показываю лето, о всех растениях, о цветах. Все туда показываю. Ну и мой сад-цветник, есть отдельный плейлист, где я, когда делаю обзор сада, там с музыкой, там еще слайд-шоу, вот это все, туда выкладываю. А на самом деле, ну как по-другому-то, я даже не знаю. Вот честно сказать, уже просто не знаешь, как поступить, как правильнее. Все не угодишь, не знаешь, как лучше. Делаешь так, опять не так. Сделайте так, начинаю делать так, опять не так. Ну то есть не знаю как. Поэтому вот даже тратишь время целое, снимаешь отдельное видео о том или ином растении, а смотрибельность, как если такое слово, очень малая. Оно, конечно, постепенно, там кто-то с годами добавляется, кто-то там в когда попадается к ним мое видео, например, о лаванде что-то ищет человек, только тогда он что-то найдет. Но вы же, мои подписчики, вы как бы можете смотреть все то, что я вам показываю, и как бы я делюсь, я не говорю, чтобы вы так делали именно. Я просто показываю, как я это делаю. И показываю вам от А до Я. То есть вы видите, как я делаю. Я же ведь не только трясу пакетиками перед вами. Так ведь? Вот скажите, пожалуйста, давайте пообщаемся в комментарии. Напишите свои мнения в комментарии. Как вы думаете насчет вот этого? Как вот снимать? Ну невозможно же в домашнем влоге. Все говорят длинные видео. А как тогда все это показать, рассказать? Это мне надо... Вы знаете, я даже и днем, и ночью могу не спать, и все равно я вам все не смогу показать. Это видео за видео. То есть, если вы просите по 5-10 минут, это вы представляете в день, сколько я видео по 5-10 минут должна вам сделать, выложить? Это вообще... Вот и отдельно есть канал кулинарный. Там я четко показываю. Я считаю, что у меня удался канал. Мне очень нравится, и всем моим родным и близким, они все говорят, просто отлично. Я очень постаралась. Несмотря на то, что у меня вот сколько дел, я стараюсь. Вот сегодня я в понедельник видео не выкладываю никуда. Никуда. Завтра со вторника буду, потому что сегодня одни работы. Если я буду отвлекаться, полдня видео делать, нет, я ничего не успею. А это мне нужно успеть сделать. Все, мои хорошие, вот я с вами общаюсь, уже время идет, уже видео. Ну, потому что это деревенский влог, в деревне жизнь. Я рассказываю, показываю, как делаю.
Все, что здесь есть, я вам все показала, мои хорошие. Все это я своими руками сделала. Редко-редко что-то где-то мне мог помочь муж. Вот собрать, например, эту парник этот. Все внутри облагородила я. Перенести сюда с мужиками, все внутри я. Там все так же. Ну вот одну грядку, вот он мне сделал, спасибо огромное, вот эту теплую грядку. Ну в этом году, видите, хожу за мужем. Он как бы хотел мне сделать, обещал вторую, но говорит, я не успею, я не сделаю. И здесь, дай бог, чтобы я успела с высадкой чеснока, до высадки чеснока. Высаживаю я чеснок по погоде, посмотрим как. От 8, 7, 8, 9 октября. Надо успеть. Надеюсь, вот, так что так, все вот эти вот цветники, все вот это я сама делала, и камни таскала, все это сама, я вам все показываю, я не просто так вам говорю. Моя кошечка, вот она, и Ванечка тут вам показывает глазки свои. Маняша, только сейчас накормила их, сама тоже отдохнула, попила чайку.